Это пода будет. Чё, где они? Я всю карту на шифте обшёл. БМН остался только. Они в респе просто сидят все, нахуй. Они вообще фрики, блядь. Они опять в респе сидят. Сказал, блядь. Что это за залпа ебаная? Когда они перестанут уже? Я такое первый раз в жизни вообще вижу. Ну что, друзья, всех приветствую, с вами команда More Games, и, как вы помните, не так уж давно мы записывали ролик, в котором выходили в пуэнты на последних секундах. И результат там был очень клевый, челики прям сгорали, пушили, и, как правило, в пуэнты мы по итогу выходили в большинстве. Но сегодня мы решили опробовать максимально душный режим, где каждый раунд мы будем просто стоять на базе, и будем начинать двигаться, только когда на таймере стукнет 30 секунд. Мне просто интересно, что из этого получится, насколько сильно будет гореть на этой противнике, что они вообще будут делать и какой по итогу будет результат. Друзья, сегодня будет очень угарно, поэтому присаживайтесь поудобнее, обязательно лепите лайк, всем желаю приятнейшего просмотра, а мы начинаем. Ребят, как будем базу охранять? Жестко, по-моему. Ну, по-моему, это не очень хорошая расстановка. Давайте надо... поближе встанем чуть-чуть. Надо хотя бы вот так вот проходы держать, наверное, чтобы нас не запушили. Да. Как-то надо куда? За зеленую зону на мини-карте нельзя выходить? Или какие правила вообще? Ну, за эту стенку пускай будет, да, за вот границу вот этого всего, вот здесь вот, наверное. Ну, по идее, если здесь зеленая зона, то можно и здесь встать в целом. Главное, чтобы меня там не наваляли по голове. Мне интересно, что они сейчас будут делать вообще. По-моему, кто-то уже бежит. А, нет, это арабы. Не слышу ничего. Да, арабы играют. Да. На балалайке. Это пода будет. Чё, блин, где они? Там мы заканчиваем сидеть. На 30-й секундочке. А куда, да, а куда мы бежим на 30-й? А, кстати, надо, да, кстати, решить, решим. Да. Наверное, на Б стоит попробовать. А мы как хотим бежим? Я могу через коннектор побежать? Или мы все вместе? Блядь, душни вас, ебал. А я могу, когда бегу, еще песенку петь какую-нибудь? Нет, под Б. Я всю карту на шифте обшел, ебать. БМН остался только. 10 секунд, ребят. Слушайте, никто не запушил, я удивлен. Мне кажется, они нас прям под базой еще где-то ждут. Ребята, готовы? Да. Давайте, 3, 2, 1, поехали! Погнали. Вот, у меня тут уже стоит один на лестнице. А у нас вообще никого, они даже с места не двинулись. Я его скипнул. Вот это дисциплина. Вот это дисциплина у людей! Еще один и в коннектор! Хорошо. Ну, в первом раунде у них не получилось нас остановить. Они как будто даже вообще не готовы были, они потому что не пытались. Ух ты, в коннекторе. Там и скорее всего еще с пляжа побежит, я думаю. Этого вырубили. Аня, уже в пункте. Пляжа не вижу. Найс. Да, мне кажется, сейчас они стоять не будут, на самом деле. А вот мы будем. Мне просто интересно, какой у них план будет по итогу. Они же могут вообще все что угодно сделать. Любую точку на карте, считай, занять, кроме нашего спауна. А наш спаун — это самая важная точка на карте. Поэтому мы отсюда не отходим. Ни ногой. Мне кажется, ну не сдержатся они. Я хочу с вами турель, можно как-то? Залазь третьим. И в стену просто смотри. Это железная оборона. Они опять контакт играют. БМН топнул. Я точно полезен в этой позиции? Абсолютно. Что у них там происходит, мне интересно. Оп, один пришел. Первый прибежал. Первый разведал обстановку. Ну, по идее, сейчас должен всю инфу про нас выдать. Они в респе просто сидят все, на. Уже видел это. Вы вообще! Ну, немного, да. Ну, просто, а куда спешить-то, правильно, ребят? Согласен. С какой-то стороны, на самом деле, это троллинг противника. Ну, у нас тактика такая вот. А сейчас куда идем, мужики? А давай, а еще раз давайте Б-резку просто. Давайте. Ну, все, ребята, я думаю, пора. Сейчас уже ждем, могут быть и в миду, и где угодно. Да-да-да. Нигде вообще никто ни один угол здесь не занял на Б. Ну, на Б есть пленте. За плентом. Коннектор, я, коннектор, честно, удивлен. Вот им весело. Пленте, пленте, пленте. За плентом, бомбу, да, главное сейчас поставить. Ой, в этом, в аллее. Один кон пробежал. Я не знаю, куда смотреть, честно. Так, кон не умер. Мы никого не убили, почему? Тут где-то из-за плентом. Еще кон, он еще влетел. Очень опасный дробаш. За колонной. Убил его. Найс. Найс. Ну пока они вообще ничего не делают. Они просто железно, как мы, стоят, ребята. Это... Вот им интересно стоять целый раунд на пленте. Они даже реально не прочекают, не выйдут. Это только второй раунд, они верят, что мы еще нормально будем играть. У меня для них плохие новости. Дай смог инста просто сюда. И самое начало. Пусть запушит просто стерс или ковры. Не, мне кажется, если они будут какие-то необычные позиции занимать, как нас близко принимать, на самом деле, у нас гораздо меньше шансов будет выигрывать. Опа, пошло закрытие. Да, что-то интересное там. Жду, что мы туда придем. По-моему, да, смоки как-то дефолтные какие-то дали кому-то.
Это где-то далеко очень. Еще и денег нет, мы выиграли оба раунда. Они с МПшками, с диглами там стреляют. Ну тактика-то работает, правильно? Конечно. Видите, они уже расслабляются просто к последним секундам, а мы заряженные выходим. Они думают, что мы не придем уже, типа. Ну это опять под БС, что? Ашки не будет вообще никак. Можете все на БС такнуть. Они опять в респе сидят. Неужели никто? Ну третий раунд, ребята. Оп, пришел. Как будто один и тот же приходит, умирает один и все. Роботы! Они вообще фрики, блин. У нас запрограммировано, у нас прошивка стоит на базе. Он скрыто ботами нас назвал, типа. Давайте роботы, быстрее. Давайте быстрее! Вот у чего терпения нет. Движение. Движение 6! 30 секунд скоро, мужики, куда да, идем? Да-да-да, подготовим. Давайте на, в этот раз. Заберите. Погнали. Только там дольше идти раскинул. Чуть-чуть. Так, let's go. Я взял. А поехали. Поехали, поехали, ребята. Ух ты! Ну, в этот раз неплохо у них достаточно. Да, мы в этот раз подготовились, мужики, перекрестный, они, вот единственное то, что, наверное, им надо было пикнуть. Тогда бы, мне кажется, проблемы у нас были. Так что ставлю тройку. Тройку этой защите. Ставь бомбу, бомбу 10 секунд. Не, ну, это, хотя бы они в этот раз в пленте не стояли. Они не успели, если что, они не успели пачку заплентить. Что за хуй? Что там? Ай, не успел кинуть! Выйди! Двое там. Пробежал налево. Ой-ой-ой. Но вообще проблемы какие-то они нам заделали. Большие ой, проблемы. Ой. Не прошел, походу. Спасибо, что даешь мне время. Ой, не... Надеюсь, что не увидел. Я тоже так надеюсь. Бля! Нормально. Ну, зря. Он не успеет. Не а у него диффузов, походу, нет. Ну, тогда на. Ну, я что-то поспешил. Они, походу, на обоих плентах вот так сидели перекрестно, потому что эти двое позже пришли. Ну, походу. Да. Ну, у них там уже хоть какие-то планы пошли. До этого они просто вот дефолтно стояли. Мне сейчас даже интересно, реально, чего они будут из раунда в раунд придумывать. А вас, типа, никого не смущает их тактика? Да просто стоим тогда, все. Ты за КТ играешь, просто встань, сайт, стой. Вы пошли три раза по одному сдохнули. Вот этот вот перекрестный просто огонь не сработал. Как-то легко мы его прошли. Пока все проходит как-то очень просто. Что будет в этом раунде, вот чего сейчас ждать. Вот мне кажется, кстати, слева могут пропушить, потому что справа уже ходили много раз. То есть слева обязательно получится. А слева, а может быть, а никто не пробовал. Я даже гранат никаких не слышу. Что-то там притаились тоже. Мне кажется, сейчас что-то прям интересно реально будет. Надо на Б, наверное, попробовать. Я чувствую, что мы скоро будем уже с базы выходить под флешку. Я думаю, уже сейчас пора. И в смоках. Как долго вообще это ожидание? 30 секунд. И понимаю, как они там держатся. Опа. Кто-то был? Это, наверное, они инфу решили так собрать. Что-то, да, занимают там близко. Ребята, сейчас бег. Вот в этом раунде, мне кажется, будет тяжело выйти. Докрыли. Ого. Опа. Все, не знаю, что это. Пора. Ребята, ну, погнали. Погнали. Пробиваемся под Б. Флешку дал. Смида. Я слепой. Я слепой, да. Я не тот. Он ушел, он там в миду стоит. Надо пробегать. Ой, здесь один близко. Разменял. Найс. Б, играю. Ну, 15 секунд, мужики. Ребята, надо быстрее, нормально, у нас реально мало времени. Мы очень медленно проходили. Дал молик в храм. Нормально, под смок ставится, кон один. Спина игрок. Господи, убить его не могу. Один до сих пор у нас пляжа в спине. Пляжник стиглый. Искон, ой, храм. Храм умер. И спина на пляже около базы нашей. Nice. Не, вроде позиции они неплохие занимают, но вот убили только Игоря. Пока мы что-то прям очень легко их проходим. А вы не думаете, мы просто запушите их, блядь, и всё? А я, по-моему, нас ёбнут. Флешку им кидаешь и все. Давай попробуем этот раунд запушить. Просто за тобой все. Не, мы можем двое слева, двое справа просто. Или трое справа. И что там чекают, типа. А я всё ебнутый, я хз. Только на шифте лучше, по-моему. Так, а вот здесь сейчас ребята какой-то фастовый пуш. Опа, под Б что-то топают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, закидывают. Ой-ой-ой. Залетаю. Это что за дудос? Три слева. Ебать. Справа один был. Вот это, честно, это неожиданно было сейчас. Вот такого я вообще не ожидал. Ну все, они сейчас так пересамы проиграть, по идее. Вообще, двое какие-то, блин. Такое в жизни бывает. Там столько еще флешек полетело. Я вроде уклоняюсь от одной, от второй, от третьей, отошел, и там мне уже. Там они так задудосили флешками. Так вы делать не должны!
Они-то могут делать вообще все что угодно. Нет, слушайте, вот это сработало. Это реально спецназ сейчас ворвался к нам. Это было сильно, на самом деле. И перед тем, как мы продолжим этот интереснейший ролик, друзья, я предлагаю переместиться на прекраснейший MyCSGO и, пожалуй, открыть сегодня один из лучших кейсиков на этом сайте. Это кейсик Scary Knight, который стоит 1700 рублей. И здесь, конечно, огромнейший шанс выбить что-то из этого, но все-таки надеюсь, нам сегодня повезет выбить ножик. Поэтому давайте зарядим сразу по максимуму, 10 раз, и надеюсь, мы его достанем. Надеюсь, мы достанем какой-нибудь дорогущий нож. Давай, не подведи! Ай-яй-яй, к сожалению, ни одного с первой попытки, но ладно, давайте все это продадим и... Давай, ты можешь, я верю. Стой! О! Идеально! Офигеннейший ножик там упал, и именно ради этого этот кейсик мы открывали. И, слушайте, пожалуй, этот ножик я точно себе заберу. И я, конечно же, напомню, что вы, друзья, тоже можете забрать один из 5 вот таких вот дорогущих скинов, которые мы прямо сейчас разыгрываем сами с MyCSGO. И чтобы забрать один из них, вам всего лишь надо активировать вот такой вот замечательный промокод M30, который, во-первых, даст вам аж плюс 30% к пополнению, а во-вторых, активировав его, вы автоматически принимаете участие в этом топовейшем розыгрыше, результаты которого будут известны уже меньше, чем через 2 недельки. Поэтому, друзья, поспешите. Собственно, этот код и саму ссылочку на сайте, конечно же, оставлю в описании. Поэтому забирайте годноту. Всем желаю удачи. А мы продолжаем. Ладно, мы должны быть готовы ко всему, ребят. Я, пожалуй, от флешек отойду, вот здесь вот просто за стенку встану. Проще как будто на позднем принять. Да не, теперь опять так же играют. Это просто пизда. Опа, идут под... Бегут, с пизнас опять подходит. Вот, закидывай, я доджу все, я все доджу. Я фул флешники. Они кидают просто размен... во все позиции, там нигде не спрятаться. Блять, еще близко к стене встал близко, уже! Там все 3 слева. А, их 4. Найс. Еще был близко где-то игрок. Давай, Игорь! Слева последний. Так, ребята, нам нужен сейчас свой план какой-то. Нам нужно самим смоки на деф купить. Я думал, они чисто верхом закидывают. Они закидывают просто вот сюда с руки, тип кинул. Я такое первый раз в жизни вообще вижу. Ну, прикольная острота. Если бы мы не начали их пушить, они бы так нас дальше ебали. Ну, я там нормально надамаживал. Я одного убил, один минус 85 и 66 еще дал. Там было неплохо. Нам нужно прятаться. Вот здесь вот хорошие позиции. Как будто можно встать вот здесь вот толпой. Я убегаю за зеленую зону, стою здесь. Подождать, пока не раскидывать. Надо подождать, пока они подойдут, откинуть смоки, закрыть их и еще попрятаться по углам. И на позднем пикать, когда у них гранаты кончатся. Так, уже опять близко-близко с Б. Я кидаю уже дал смок. Ёп! Одного подловил. Тихо. Нормально, со смоком ему будет тяжелее, уже много флешек они потратили. Найс. Еще один за смоком. Играйте в ММ, твари! Бля, это реально прям целое испытание превращается, ребят. Право, никто не чекает из вас. Там не было, я почекал. Мы, знаете, мы как будто сторонами обменялись. Как будто мы сейчас за КТ реально просто один плент охраняем. А у них денег нету. Дебилов деньги закончились. Думаю, смоком контрить. У меня есть с моей стороны вроде бы. Да, у меня есть. Давай, ну размен пока в нашу пользу. Ой, а вот это уже нет. Он там двое с моей стороны был. Я постараюсь принять. Идут. Ой-ой-ой, ну пацаны, ты проблема. Сильно. Проблема, двое бегут. Рад. Я понимаю, но тут тоже может быть игрок. Есть. Тут двое. Наверное, перезарядки как раз ловишь. Как же они далеко зашли. Ну, бомба у вас. Вы можете идти уже потихоньку. Нет, пока не можете, кстати. Чел просто был эйс. Да, чел просто эйс сделал. На, самка, тип сидит. Просто на шифте он засел, все. Это просто пиздец, там двое появились. Вообще, мега долго поехали. Не, ну слушайте, это тяжело прям. Это реальное испытание, и денег ни хрена нет. Я, наверное, сейчас возьму... Наверное, вообще без граната пойдусь, лучше сыграю с Галивом. Что-то мне стак-9 как-то не понравилось, меня быстро уволили очень. Но нам нужно какие-то планы продумывать. Левую сторону непонятно как дефать, они сейчас и сюда в меня начнут в угол закидывать. Так, а вот сюда, с таймера. Смотрите, вот, нам нужно играть обязательно на размены. Они выходят на нас толпой. Мы, если пикаем какой-то проход, мы должны пикать одновременно. Всё, надо договариваться. Пойдет. Мы просто по одному сливаемся. У меня флеш пролетел. Спасибо, что покушать дали. Чего написал? Блять! Ребята, я пожалуй. Давайте вместе на размен вылетим. Двое здесь! Еще близко занял! Близко выжил. Близко убил. Ай-яй-яй, ну там вот этот с дробашом эти вообще читерскую стенку эту занимают. Они пикают издалека и близко. Так, 4 раунда они у нас забрали. Уже. Что это за залупа ебаная? Когда они перестанут уже? Я заебался, я каждый раунд вздыхаю, потому что первый выхожу. Их распикивать надо, они сами пикают. Да я 20 часов плеер.
куда распикивать. Я не знаю, Анубис, мне хорошо, что они так делают. Ты прям новичок? Да. Не, нам нужен реально какой-то план. Нам, знаете, как нужно, наверное, поступить? Нам, скорее всего, нужно одну сторону сейчас отпустить, правую, вероятно. Ну и да, играть слева идут всем... аж вчетвером или втроем минимум. Или мы, знаете, как можем поступить? Я слева они очень сильно пушат. Я предлагаю справа встать прям очень далеко, чтобы им пришлось выйти глубоко под нас. Ну, можно так. Вот здесь... И здесь мы сможем обе стороны контролить. Здесь близко можно убить, а там будем вот издалека играть. Просто когда мы близко к той стене, мы далеко не нас убивают. Вы понимаете, что уже правила игры поменялись? Мы уже не пушим на 30-й секунде. Мы не можем пока что. Блять! Все будет врываться, готовьтесь. Близко убил. Тихо-тихо, слева. Побили. Хорошо, хорошо. Надо, видимо, толпой пикнуть. Толпой слева. Не-не, слева я пока закрыл ноликом. Ага, и справа тоже смоки тут накидывают. Господи, как тяжело. Я закрою тоже еще раз смоком. Слева ворвались двое. Идут. Давайте идут. Размен. Размениваем. Есть. Сразу их. Видимо, тот направо не зашел. Зашел за стенку. Не-не-не. Да, крысит. Найс. Убил. Какая там тупая сидит, бля. Они еще вдвоем пикают, это просто такие уебаны, нахуй, лах. А ты где они за КТ сидеть будут, интересно? Так, у нас еще полминуты есть. Уже 3-2 ситуация. Ебать, экшон, поехал. Слушай, это самая необычная игра. С такими правилами мы никогда в жизни еще не играли. Так, ладно, куда мы пойдем? Слева пикнул. Бля, они жесткие. Дальше идет. Найс. Они жестко выбивают. И справа. Давай, и хорош. Наконец-то мы отстояли базу. Ура. Бля, ну не, надо побольше за КТ забрать. Надо все сети забирать. Это залупа вообще полная. Он хавает, сидит, тип, ебать. Это было тяжело, но вот этот план, когда мы справа стоим, как будто неплох. У нас просто очень много близко умирало слева, а так им тяжелее как будто убить. Что делаем сейчас? То же самое пока что здесь. Ну, пока работает, я бы реально повторял. Лучше тактики у нас пока нет. Интересно, что они там придумали сейчас. Бля, это прикольно, если честно. Это какой-то новый режим. О-о-о. Ой, блядь. А вот у нас Никита решил в героя поиграть. Хорошо. И... Еще слева. Найс. Очень хорошо. Вот это идеально. Еще где-то здесь. И слева, игрок пол хп. Так, и там, аккуратней. Я пока право стараюсь контролить. Так, с базы не могу. Я уж хотел с базы как будто выдвинуться. Нет, мы не слева можем. Пикнул. Найс. Найс, все, оставался справа. Справа битый тоже. Мне кажется, он как будто не пойдет. Он будет пытаться ретейк какой-нибудь. Или угадать плент. Или сейчас нас подловит. Да невыгодно ему вообще плент угадывать. Ну, с какой-то стороны, просто из неожиданного угла выгодно. Мы можем что-то недочекать, и это сработает. Или мы будем на последних секундах выходить, и он просто бомбу там выбьет как-нибудь. Найс. Не выдержал. Он просто решил запушить слева. Я бы сейчас вообще хуй забил, так же встал и просто моликов накидал, если они начнут кушать и гранаты. О, да. давайте, я как раз докушаю, ёпта. Солидарно, хорошая тактика. Это пиздец, на руку неудобно. Да пока у нас получается отстаивать. 4 раунда, конечно, да, они там охренеть как вообще пушили. Мы как будто реально оптимальную стратегию не могли подобрать. Сейчас пока довольно спокойно получается отбивать наш спаун. Ну, просто закрытую стрим, нахуй надо. Мы сейчас выходим, мы 3 раунда подряд. Ну ладно, 2 раунда подряд выходим. Я просто, типа, блядь, стою, нахуй. Они выходят у меня, я моли кидаю. Типа, они по времени тогда не успевают. Так, опять идут. Опять через Б. Накидывают флешки. Так, ну справа у нас авик контролит. Оп, смотри. Пришел один. Хорошо. Это хорошо подловили. Отошли, слева отошли. Ушли в мидл куда-то. Угу. Может, они хотят авик пробить, попробовать? Интересно. Да, был еще один. А я закрою право. Они там байтят, слушай, прыгают туда-сюда. Сейчас могут запушить, поэтому я лучше закрою. Я релот. Я моликом дам туда в глубину. Да и все гранаты, которые остались. Батлфилд какой-то, блядь. Нормально, мужики. 25 секунд держимся и идем. Нормально. А как идти-то, если они там все заняли? Пойдем на Б. Ну вот как будто они там на что-то прям коварное придумали, правда, не хочется на адрес. Там и в целом два угла таких неприятных. Ну да, да. Так, 10 секунд. Ну нам уже надо готовиться к получению пиздюлей или раздачи. Раздача. Давайте, 3, 2, 1, погнали! Блядь, они молик дали! Ого! Нет! Тушу, мужики. Проблема. Поехали! Слева стоит. Миду. Лево убил. Сука! Как миду убил. 10 секунд. Быстрее! Блин, проходи, не дай еще! Проходи с бомбой. Уходим! С бомбой. Я пробегаю. Надеюсь, что их тут нет на пленте. Блять, спину поймали! Бомба у тебя! Нормально! Бомба очень удачно мне в руки! Бомба убил! Ой, бомба! Кон последний топает, по-моему! Убить! Быстрее! Убить! Время! Нет! Блин!
А как ты не поставил, сколько там оставалось? Я случайно мышкой ударил по столу, и я на этот, на колесико прожал. Что это такое вообще? Ну все, парни, я покушал. Можешь начинать играть. Грустно, но вкусно. Мне даже вот сейчас бы хотелось, чтобы раундов больше было, честно. Давайте, ребят, мы должны отстоять последний раунд. Мы обязаны. Тут как будто вот раундов прям не хватает, реально. Это настолько интересная игра. Бегут у меня, я смог отдаю. Так, хорошо, если что, потом продлю. Весь пак имеется. С Б взорвали, смог, могут заходить. Нет, не взорвали. Они как будто будут повторять то же самое, то же в прошлом раунде и пытаться гранатами нас выцепить на последних секундах. Да, скорее всего. Возможно. Но они не идут агрессировать больше. Да, они так уже не пушат, но они поняли, что это не работает. Но вот то, что они сделали в прошлом раунде, явно работает. А, еще один. Так, разменчик есть, это самое главное. Не Я вот право закрою. Лево, в принципе, хорошо контролится, а справа... А, они сами смог дали справа. Где пушка-то? АЕшечку прокину. Слева пикается. Я флешки оставлю на всякий случай на выбивание. 20 секунд, ребят, готовимся. Сейчас будет один из самых сложных врывов. А куда давайте, мы пойдем? А давайте может, мы вода? Пошумим под Б. Под Б, под Б. Да. Я тоже так. Блять! Я пошумел! Вы быстрее разворачивайтесь, вода. Быстрее. Да. Отходите фастом. Я нам вот смотрите, какой проход сделал классный. Давай, пошли. Идите. Через рукав. Чтобы с медали еще не убили. Давайте я на спину останусь с деглом, вы бегите. Быстрее, 20 секунд, ребят, они уже могут сейчас нами перейти. Мы через рукав идем. Че, я подожду в спине. 15 секунд. Удачи, бойцы. Вроде успеваем. Есть девятка был, сейчас пикнет. Смотрите, 9. Либо 8, либо 9 пикнет. Оп, одного подловил. 8 пикал. 8 убили. Я еще одного подловил. Хорош. И кто последний? Жду тебя. Я лох, П. Игорь, пикай ты первый. Давай, да. Марат... На! Мы выиграли половину! Да это реально одна из самых необычных игр была. Я даже не думал, что настолько интересно это получится. Они в первых раундах, конечно, вообще ничего не делали. Просто как бы железно стояли. Но потом они 4 раунда верили, что мы все-таки нормальные люди и будем играть. Да. Не на тех нарвались. Но они в третьем и четвертом раунде уже что-то начали придумывать интересное. Но это не работало. Но вот то, что они с пятого начали делать, это было очень неожиданно на самом деле. И вот мы вообще там ничего не могли сделать вот эти 4 раунда. Как будто непонятно, а как играть? Да вроде какой-то ключик мы нашли. Но в целом это было очень хардкорно. Это реально тот еще челлендж. Получается, что мы вначале играем как КТ-сторона, а когда наступает 30 секунд, мы превращаемся в теров. И, грубо говоря, плен должны пробивать сразу со спауна. Да это очень необычная игра, правда. Это прям какая-то уникальная катка. И противники, на самом деле, прям очень интересно сыграли. Прям очень разнообразно. Они постоянно что-то новое прям придумывали. Вот сложно было угадать, что они вообще будут делать.